Я, наверное, об этом пожалею, но как насчет стрижука? А что стрижук? Вперед! Мы почти дома. И у нас на пути еще один грунтер. Я уже жалею. Слушай, Верзила, мы оба знаем, чем это кончится. Если бы только была связь с Рэтчетом. Дом, милый дом. Почему ты мне не доверяешь? Слушай, я роботов не жалую. Особенно, если они рвут мою галактику на куски. Я не рву. Я хотел помочь Рэтчету найти других ломбоксов. Скоро мы узнаем правду. Вот просканирую тебя и этого инфобота из Нефариус-Сити. Сколько взрывчатки! Надо поаккуратнее. Yeah.
добрались. Это совершенно излишне. Ломбокс. Ладно. Значит, ты мне не врал. Как я и говорил. Неоднократно. Твой Нефариус очень похож на моего. И такой же злой. А этот Ломбокс... Это прозвучит дико, но... Кажется, он твой аналог из нашего измерения. Типа того. Короче, что бы это ни было, мы все исправим. Мы? Но ты вроде не жалуешь роботов. Не всех, конечно, только многих. Ну, императора, его приспешников, пиратов. Да, я понимаю иронию. Оу, прошу прощения. Я не хотел, Тебе стыдно? Это же я только что влезла к тебе в мозги. Пендры расположен у нее на спине. Если залезть туда и врезать по нему, она рухнет.
стабилизатора, нужно запрыгнуть ей на спину. Спасла меня. Спасибо. Ну, что ж, у нас еще остались дела. О, а может, Морт починила корабль?